референдум, который вошел в новейшую историю России. 10 лет назад жители Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к нашей стране. В Самаре в честь этого события прошел митинг-концерт «Русская весна». Собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Также он поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента. Есть полная поддержка курса президента. И я горд тем, что наша Самарская область, как настоящий опорный край державы, продемонстрировала выдающийся результат. Активность людей на выборах президента небывалая. Это наш ответ врагу, наш ответ атакам на наш регион. Спасибо, дорогие патриоты, спасибо за вашу активность. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил членов участковых территориальных избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров, всех, кто содействовал в подготовке и проведении выборов. А также вручил государственные награды военным и координаторам гуманитарного движения, тем, кто собирает и отправляет помощи в зону СВО. И сегодня наши доблестные защитники Отечества, наши земляки с оружием в руках защищают все, что для нас дорого, все, что для нас свято, отстаивают суверенитет нашей Родины. Свое право жить по традициям предков, право свободного волеизъявления граждан России войти в нашу страну и двигаться вперед к новым победам. Низкий поклон героям-защитникам. Завершился митинг праздничным концертом. Зрители увидели отрывки из балета и услышали фрагмент оперы в исполнении самарских артистов театра оперы и балета. Виктория Шары, Константин Головин, «События».